Здрасте. Здрасте, Оксан. Здрасте. Ой, а я тоже. Вот, смотрите, я подготовилась. Здрасте. Рада вас видеть. Светлана Ржевская одна воспитывает трех дочерей и двух сыновей. Раньше многодетной семье приходилось жить в аварийной квартире, где не было удобств. Сейчас есть собственный частный дом с баней и садом. Они купили его благодаря новой городской программе «Самара социальная». Жилищный сертификат полностью покрыл стоимость дома. Я искала место, чтобы никому, нам, не всем было удобно на работу, на учебу. Мы решили свой квартирный вопрос. У детей благополучные условия. Вот, и мы можем следующие какие-то цели ставить в жизни. Несмотря на жизненные трудности, Светлана смогла сохранить счастье в семье. Все дети учатся, старшие уже в колледже, младшие пока в школе. Как говорит 14-летняя Олеся, новый дом теперь точно их крепость. Когда мы сюда переехали, мы сразу хорошо разложились. То есть вот здесь сплю я с мамой. Сестры спят внизу, а Емеля разложился на складушке, так как в той части дома пока ремонт. Программа «Самара социальная» будет действовать еще 2 года. Сейчас меры по поддержке семьи, материнства и детства в регионе выходят на новый уровень. Мария Елчан, Василий Колдашов. События.